автомобиля. Это Шкода Октавия А7. Ну, очень понравился двигатель. Двигатель был 1.4 TSI. То есть очень хороший мотор, достаточно тихий, хороший современный двигатель. Средний расход на Октавии 6.8-6.9 литра. Меньше 7 литров укладываемся в 140-сильный мотор. Хороший современный дизайн, Октавия большая, с запасом везде. Хороший баланс автомобильных качеств, то есть там комфорт, управляемость, двигатель. Важно, чтобы машина радовала не только когда там смотришь, садишься, там едешь, а чтобы радовала именно там, в каждом разгоне, в каждом повороте. Поэтому для меня очень важно мотор и управляемость. Ну а, конечно, надежность традиционно, чтобы не ломалась. Skoda. Simply clever.